Сын поэта и барда Никита Высоцкий провел пресс-конференцию с магаданскими журналистами. Главной темой стало присвоение аэропорту имени его отца Владимира Высоцкого. Никита отметил, что семья и наследники поэта поддерживают эту идею. Гость Колымы поделился впечатлениями о посещении памятника отцу на смотровой площадке бухты Нагаева. Лучше там, где он, вот, где он жив, где он живет, да, где к нему приходят люди, где... Скажем, вокруг некоторых памятников там поют, по временам собираются люди петь. Где он нужен, где он вписался не просто в архитектуру, но как бы в жизнь. Мне показалось, вчера там звучит голос отца моего, он стоит, смотрит на бухту. Мне показалось, что это вот с этой композицией, как мне объяснили, мне сказали, что это не памятник. Хотя, по-моему, это вполне себе памятник. Вот. Мне показалось, что он на месте. Сам Никита Высоцкий, как и его отец, человек творчества. Он актер, продюсер, сценарист и директор музея «Дом Высоцкого» на Таганке, где сейчас завершают работу над новой экспозицией. Она современная, она гораздо больше, более насыщена современными способами подачи материала, выставочными технологиями, с возможностями звука, потому что Высоцкий — это голос, это песня, вот, с возможностями такого некого сотворчества посетителя, зрителя и вот той информации, которая у нас есть, что человек может выбирать различные варианты, там, что ему делать, такая полуигровая структура. Сейчас идут съемки исторического фильма по сценарию Никиты Высоцкого, над которым он работал 6 лет. Помимо этого, Никита планирует привести в Магадан постановки с актерами Молодежного театра «Мастерская Скорика».